Итак, мы сделали первые необходимые шаги, и теперь нам надо двигаться дальше. Чтобы сделать вот этот вот блок, переходим по этой ссылочке, вот этот наш блок, чтобы сделать похожим на вот этот изначальный. Правый клик и открыть в новой вкладке. Открыли в новой вкладке, проскроллили. И живое превью. В дальнейшем все, что можно, все названия, все фразы, так сказать, будут на английском, чтобы потихоньку привыкали, потому что все это делается для англоязычной аудитории. Теперь смотрите, вот каждый пост мы будем использовать в дальнейшем как лендинг. То есть, смотрите, сейчас здесь, конечно, это вот билиберда, она нам не нужна. Но, допустим, мы нашли какой-нибудь продукт, закинули сюда, и ссылку на этот пост, в дальнейшем я покажу, как это делается, будет служить нам лендингом. Но когда человек перейдет на этот лендинг, он, естественно, дальше кликнет по главной и увидит другие наши предложения, которые аналогичны тому, что мы предлагаем, то есть в той же нише. Может, он что-то, что вы именно продвигаете, не купит, а что-то другое, похожее на это, купит. Поэтому делаем вот отдельными постами. Теперь, следующее, что нам надо сделать? Мы сейчас просто создаем обычный макет, без темы, без ничего. И для этого правый клик, открыть ссылку в новой вкладке. Правый клик, открыть ссылку в новой вкладке. Правый клик в новой вкладке, там штук 5 открыть, 6 можете побольше, не имеет значения. Вот так вот откройте эти посты, каждый из них в новой вкладке. Сделали. Следующее, что надо сделать, открыть картинку в новой вкладке и сохранить картинку как. 1, 2, 3, 4, 5, допустим. Все эти картиночки сохранили. Следующее, что нам надо делать, надо переходить и создавать такие же посты. Чтобы слишком не заморачиваться, ничего не придумывать, вот мы сейчас делаем макет, еще раз повторяюсь. Поэтому делаем new post, новое сообщение, говоря по-русски. Название вставляем то же самое, что и вот здесь. Картинку я уже предварительно вот всех скачал, штук 5. У вас они уже есть. Значит, следующий шаг. Как сюда вставить картинку? Кликайте вот сюда, Insert Image, и загрузить с компьютера. Upload from computer. Вам открывается компьютер, выбрать файл, и находите первую картинку. Вот она. Загрузилась. Надо обязательно кликнуть по ней, чтобы сделать выбор, и Submit. Вот она здесь встала. Встала из настроек. Можно сделать маленькой, большой и так далее. И вот, допустим, оригинальный размер. И сохранить. Вот этого размера, картинка у нас этого размера. Дальше. Внизу. Клик внизу. Переходим на этот пост. Этот текст называется «Лорен Ипсум», то есть билиберда, да, говоря по-русски. Она ни о чем. Просто, чтобы ничего тут не придумывать. Вот скопируйте там часть текста, копировать. Перейти в свое сообщение и вставить, как обычный текст. Вот он, такой же текст у нас здесь есть. Все. Кликаем,
сохранить изменения. Можете вот кликнуть превью и посмотреть. Вот так вот, это ваш пост. Когда кликаете по превью, здесь есть вот такая вот функция внизу. Посмотреть, как этот пост будет выглядеть с таблетки. Вот, пожалуйста. Вот так это будет выглядеть ваш сайт. А это со смартфона. Все красиво, аккуратно подстраивается под девайс, с которого будут смотреть. И можете кликать Publish и Confirm. Все, одно сообщение у нас есть. Дальше. Новое сообщение. Переходим ко второму. Копируем название. Текст у них у всех тот же самый. Загружаем картинку с компьютера. Выбрали, вставили, сделали оригинальный размер, сохранили, раскроллили вниз. У кого скроллится, если делаете на компьютере, оно может вам и скроллить не понадобится. Сохранилось и publish, confirm. И вот так вот. Все подряд, значит, делайте 5 постов. Сейчас поставлю на паузу, просто закину это все и продолжу ролик. Итак, я позакидывал, вот сделал 5 постов. И мой сайт сейчас выглядит вот так. Обновляем. Вот он. Вот выглядит вот так. Вот это посты. Это уже мой сайт. Это не этот, а этот. Теперь смотрите. Следующее, что вам хочу показать. Значит, вот видите, вот эти плашечки. Да? Если хотите, чтобы они были, это делается через, значит, теги называются. Вот смотрите. Переходим вот сюда для того, чтобы редактировать. Эти теги, лейблы, можете прямо с самого начала, ярлыки они называются по-русски, можете прямо с самого начала, когда создаете сообщение, вот здесь, вот, вот в этом вот поле, ввести ярлык. Оно может у вас будет вот так, надо развернуть, и вот в это поле ввести ярлык. И в последующем, вот смотрите, у меня уже там 4 ярлыка. Вот это красота, бизнес, мода, знания, да? Все ваши посты, все ваши предложения, относящиеся, допустим, к красоте и здоровью, если вы пометите вот таким вот ярлыком, они будут отображаться при переходе на любой пост по этому ярлыку. Внизу будут строчкой отображаться еще, что есть на данном сайте, которое на эту тему. Ну а сейчас, вот здесь пятую тему мы тут будем, так сказать, ставить, чтобы было вот здесь, вот смотрите, вот покажу у себя и на сайте. Вот видите, здесь есть, а вот здесь нету. Чтобы появился этот ярлык, ну я возьму вот из того, что есть, допустим, природа. Скопирую. Ну, естественно, надо потом будет писать именно то, что подходит больше по смыслу. Вставить сюда. Сейчас мы создаем просто макет. Вставили и обязательно кликаем Enter, чтобы он сюда загрузился, этот ярлык. И апдейт не забываем. Обновить. Обновили. И теперь
вот здесь у нас нету вот этой плашки, обновляем, и эта плашка появилась. То есть эти плашки у нас везде. Вот так вот создали сам макет нашего сайта. Он уже более-менее на что-то похож. И следующий шаг. Будем настраивать вот эту боковую панель, которая называется Sidebar.